четверг в Самарской области преимущественно ясно, без осадков. Днем плюс 22, ночью до плюс 15. Ветер порывистый, переменных направлений до 8 метров в секунду. В Сызрани облачно, с прояснениями, днем плюс 25, к ночи плюс 16. Ветер северо-восточный, 3-5 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, плюс 24 днем, плюс 16 ночью. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Самаре в течение дня ясно, без осадков, плюс 23. Ночью ясно, плюс 16. Ветер северо-восточный, сильный, до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 55%. Температура воды в реке Волга 17 градусов. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.